принимать это все, когда нас и внутри себя понимать, что для тебя важно. У нас сегодня есть и хлеб, и кров, и у нас сегодня есть, ну, можно на Багамы не поехать, допустим, да, ну, это, ну, понимаете, смотря как это. Главное, чтобы у людей было жилье, работа, еда и социальные условия. Вот я слышала, что это все остается и непоколебимо. Я считаю, что это главное. А все остальное, это уже, так сказать, как бы условия. Но мы всегда так жили. Тут недавно показали отрывок из социалистического позавчера, когда стояла километровая очередь за колбасой, да? И я помню, как мы с Михаилом Михайловичем за билеты в театр и на концерт там шли вниз, нам рубили кусок мяса для мамы его, в нашей жизни было все. И мы в то же время входили в гости друг к другу под селедочку, под картошечку, под вино какое-то. И дивно, то есть суть в нас самих. Я, конечно, понимаю, что хорошо прийти, купить красивое платье, как красиво это там. Но если есть вещи глобальные, которые мы оцениваем, то, наверное, есть возможность сейчас это отложить. Потом это возвернется тебе обязательно, стократно. Но просто мы каждый должны понимать, как в жизни, как разводиться с женой или не разводиться. Прежде чем сказать, ах, ты такая, я ушел. А у тебя мама, ребенок, да? Понимаете? То есть мы живем в глобальном пространстве, очень жестком для нас. И эти условия мы приняли. И в этих условиях мы должны сэкономить. И помочь друг другу на самом деле.